Начать свою спортивную карьеру или, как минимум, укрепить тело и дух. Для этого в Десногорске есть все условия. Одно из мест, о котором справедливо мечтают мальчишки – отделение дзюдо спортивной школе. Этот олимпийский вид спорта год от года становится только популярнее. Место здесь есть не только регулярным тренировкам и отработке бросков. 29 февраля в спортивной школе прошел праздник для юных спортсменов. Провести утро выходного дня, на котором решили и почетные гости. Здесь вы научитесь уходить от выбирания, научитесь делать волевые, научитесь делать броски. Но самое главное, это будет стержень вашей жизни. Вам успехов в спорте, удачи и родителям терпения. В показательных соревнованиях приняли участие дети, которые занимаются дзюдо не более 2 лет. Они уже окрепли и вполне осознанно выбирают стратегию борьбы. При этом в этот раз соревнования проводились по упрощенным правилам «борьба на коленях». Все участники, среди которых были и девочки, старались показать максимум своих умений и навыков. В конце соревнований каждому спортсмену почетные гости вручили специальную форму дзюдоиста – кимоно. И уже в этом новом облике ребята приняли свои награды. Все призеры соревнований получили медали и грамоты, а победители – кубки. На пьедестал почета поднялись больше 25 спортсменов. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.